В учреждениях образования Центрального региона начали уделять больше внимания духовно-нравственному воспитанию детей. Чтобы проводить тематические занятия со школьниками, 60 педагогов из Минского района и столицы прошли специальные курсы. На факультативах ребятам рассказывают о религии и традиционных ценностях. Как проходят тематические занятия, узнала Мария Царикевич. Встречи со священнослужителями, факты о церковных праздниках и традициях – это не совсем обычный школьный урок. Здесь дети делают первые шаги в неизведанный мир религии. В Боровлянской гимназии проводят факультативные занятия, на которых ребята узнают о православии. Чтобы давать такие знания, учителя прошли повышение квалификации. Теперь применяют полученный опыт на практике, делая христианские традиции понятными для подрастающего поколения. На сегодняшний день, когда наших детей воспитывают гаджеты, когда родители не всегда успевают по душам поговорить с ребенком, вот эта частичка работы стала для нас очень важной. В Минском районе был организован духовно-просветительский центр «На пути». В центр входят и руководители учреждений образования, воспитатели дошкольных учреждений, воспитанники детских садов, учащиеся родители. Кроме того, наши педагоги получили опыт на курсах в институте Мефодия Кирилла. 30 педагогов и 30 руководителей учреждения образования прошли курсы. Пообщаться с ребятами приходят и священнослужители. Школьники могут задать все интересующие вопросы, поговорить на волнующие темы. А ближе знакомятся с церковью дети во время посещения храмов. Здесь также есть возможность побеседовать с батюшкой. Христианские ценности – это то, что лежит в основе нашей цивилизации. Безусловно, раскрывать их смысл и значение, рассказывать о них очень важно и нужно. Особенно для ребят, потому что это элемент духовного, нравственного воспитания нашего будущего поколения. Без духовных, нравственных, моральных основ сложно построить что-то прочное, в том числе и общество, и тем более государство. На такие факультативы ребята приходят по собственному желанию. Один раз в неделю. Пока в Боровлянской гимназии организованы занятия только с шестиклассниками. В планах работать и с ребятами постарше. Мы изучаем про православие. Это не только религиозные ценности, но и немного семейные. Еще я участвую в всяких различных сценках. Мы тесно сотрудничаем с храмами нашего Минского района. И не единожды посещали храм Всех Святых в Минске. Дети с удовольствием приобщаются к именно основам православной культуры. Только в Минском районе факультативные занятия по религии сейчас проводят на базе 40 школ. Главная задача – познакомить подрастающее поколение с православной культурой, историко-культурным наследием нашей страны и с юного возраста прививать уважение к традиционным семейным ценностям. Мария Царикевич, Илья Ванюков, СТВ.